Всем доброго дня! Сегодня 18 мая, идет 2024 год, а мы сегодня на цветочном свопе, который скоро начнется. Покажу вам немножко растений, которые на свопе уже есть. Каланкуя, фиалка, сандапсус золотистый, каланкуя розовые бабочки, это элисиум или отчиток, желтый холм традисканция, тоже отчиток. Красивое растение, сизая листва такая. Декабрист. Бамби. Похоже на зомби Бамби. Альтернатура. Стрептокарпелла голубая. Клонхой лоти. Листья. Здесь укореняются или укоренились уже глоксиния. Бригадная колонка. Здесь растения, которые даются в дар. Можно подойти и выбрать любое растение и забрать его домой. Здесь и хлорофитумы, и черенки уже укорененные, и калеусов, трантус, сикрязия, каланкуя, черепашка называется, дисканция, дифенбахия. Здесь алоэ травовидная. Всем добро пожаловать. В 2 часа начала. Пока-пока. До скорой встречи.